Всем привет, друзья, с вами Saints Sam, и сегодня мы продолжаем играть в Dark Souls. После убийства последнего босса я раздобыл, скажем так, ключик к этой самой секретной локации, сейчас мы попытаемся им воспользоваться. Так, поскакали, эти ребятки нам ничего не должны сделать, пробегаем. Так, есть, хорошо. Запоминайте, это вам поможет, если вы захотите туда попасть. И спрыгиваем здесь, спускаемся на лифте, ищем лифт. А вот где-то здесь должен быть, да. Все, что нам нужно будет сделать, это... Тянем рычаг. Зайти на нужный балкончик и сесть в нужную позу. И мы должны очутиться на необходимом нам, я даже не знаю, острове, штука неправильная, на необходимом скале. Ну и все. Собственно, я там уже был, однако попал туда, скажем так, ну я для теста делал это все, потому что не знал, получится или нет. И вот сейчас попытаюсь повторить все это дело, и мы с вами увидим, что получится. Так, выбираем позу «Путь дракона», друзья. Она находится сразу после... Я забыл название босса. Так, мы должны здесь посидеть немножечко и потом... Нас начинает знатно глючить. Я сначала думал, что нас кто-то должен вытащить. Вот логичнее. Прилетит какая-нибудь там штука и хватит нас и утащит куда нужно. Вместо этого мы просто находим глазами какое-то нужное место. Вот сейчас камера на него фокусируется, и мы туда хлопки и телепортируемся. Но хотя бы так. Вот видите, нас вырубило, и все. Там мы сейчас и очнемся. Какой босс и куда идти для получения этой штуки, этой позы, скажем так, можно посмотреть в 16 или 15 серии, по-моему, 16 серии нашего прохождения. То есть, по сути, предыдущий. Все, здесь мы оказались. Давайте съедим уголек. Так, и поехали исследовать эту локацию. Я думаю, в этой серии мы постараемся ее закрыть. Посмотрим, что у нас получится. Смотрите, какая красотень. Ну, в принципе, здесь все красотень, но... Все-таки. Так, что у нас здесь? Ай-яй-яй, жесткие... Ну, вот зажали меня в угол собаки. Кстати, да, замечательно вообще получилось. Надо выпить... Эстуса немножко... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас разберемся с ними, друзья. Так-то не чахло, на самом деле. Я сейчас просто немножечко заболтался с вами. И три удара всего, и они отваливаются. То есть, по сути, никаких совершенно проблем для нас не представляют. Совершенно. Так, пик драконов. Нужно найти сейчас укрытие, чтобы нас не подсмолили вот эти вот ребятки. Оп. Сюда. Да, маги там магуют по-всякому. Осторожно. Вытаскиваем. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. И двигаемся дальше. Собственно, я дошел вот до этого места, до бонфайра. Но начать серию на бонфайре было бы не... неправильно, по-моему, потому что вы бы не поняли, куда нужно двигаться. Поэтому мы сейчас пришли с самого начала и будем уже исследовать дальше. Так. Оп. Отлично. А вон и бонфайр. Главное не улететь вслед за ним. Кстати, здесь можно очень неплохо фармить опыт, если вдруг вы сюда зашли каким-то невысоким уровнем. Потому что здесь за мобов дают по там, 1000 с чем-то, умирают они с 3 тычков. То есть, что на самом деле очень-очень выгодно, по-моему, и удобно. Так что, сразу бонфайр под боком. А.
Так, вот сколько дают за одного моба? По... Ага, не сказать. Давайте-ка убьем еще одного, посмотрим. Чтоб я вам не соврал. Ай, ну посмотрите только. Да, что-то там около 1700 влетает опыта. Ой-ой-ой-ой, сволочь, слушайте. Все, так. Да, 1800, вот. Вот, на самом деле. Ух ты, обломки титанита из них можно фармить. Если вдруг нужно прокачать ваше оружие, например. Так что всячески замечательное место. 4 моба по 1800, 10 тысяч за заход. Фактически, ну не 10 тысяч, там 7400 получается, да, за заход. И это очень много. Очень много, очень быстро. Ну, то есть, 3 захода уровень, 4 захода уровень. То есть, минуту уровень, это очень-очень быстро. Так, все, давайте, друзья, исследовать и смотреть, что мы видим. Что у нас здесь? Босс, что ли, сразу? Босс, что ли, сразу? Призвать фантома нельзя. Почему? Я, собственно, не собирался пока еще никого призывать, ну ладно. О! Так. Оп-оп-оп. Ого, этот парень побольше, мне кажется, чем... Так, сначала мага вырубить. Он, кажется, разбился. Да, он разбился. Хо-хо! Вот что, щит пробил, что ли? Какого... Да, неплохо. Ай, ё-моё, слушайте. Да, задолбал. А, еще огнем плюется. Совсем плюется, в смысле. Сдохни. Нормально. А за него дают по... 4000? Да. Весьма, весьма, я бы сказал. Итак, рычаг. Ага, здесь я, видимо, рычаг все-таки нажимал. Да. Что-то еще у нас тут. О, нет, тут я не был. Ну, смотрим. Кольцо власти над молнией. Но не больше что-нибудь или урон от молнии, или защиту от молнии. Усиливает атаку молнии, но снижает поглощение. А, ну понятно, у нас есть фактически магии, молнии, огнем. Если бы мы чем-нибудь из этого пользовались... Было бы, наверное, очень-очень полезно. Но мы пока этим не пользуемся. Возможно, если вдруг каким-то образом мы пойдем в игру плюс, там уже разнообразим наши боевые способности. А пока так. Входим. Очень интересная локация. Кстати, какая красота. Надо снова сделать вторую часть ролика «Самые красивые места». Ай, ёлки-палки! Какая красота, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Интересно, по ногам, что ли? 82? Будь, да вы что, издеваетесь? А по ногам? 16? Ребятки, это, блин, нифига не... По хвосту, может быть? Так, ясно, нет, не по хвосту. Слушайте, ай, так, наверное, нужно просто пробежать. Пробегаем, пробегаем. Куда? Сюда. А, там дракон сзади, отвали. Ой, вас тут много так. Ну, отставить, отставить, жесть какая! Идите нафиг! А можно свалить, чтобы они меня не трогали? Или дракон нас спалил к чертям? Нет? Нет, видимо, нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй, ну, хватит вам меня трогать, сволочи, все. Фух, 8 фляжечек Эстуса осталось. Ой,
Может быть, ты спалишь его, нет? Друже, дракон, не спалишь. Ну ладно, надо, видимо, пробежать. Разота. Так, 7 фляжечек с эстусом. Не густо. 52 тысячи опыта уже. Оу, что там у нас? А там тупик, кажется. Да. Может помочь лестница? Куда она может помочь, интересно? А. Впереди клад, ага. Ну ладно. Пробегаем. Угу. Спасибо за подсказку. Реально помогли. Что ж вы крысы-то, а? Сдохните одновременно. Хорошо. Так, надо подсказочку отметить-то как-нибудь, а то... Одобрение, очень-очень кстати. Древняя виверна. Надо его пытаться расстрелять, друзья. Есть. А! О, успел! Успел ему двинуть по этой длинной харе. 60 тысяч почти. Ух, ё-моё. Все верно, отстал от нас. Нормально. Т- оп. Здоровяк. Ей-ей-ей-ей. Начинай полыхать огнем, друже, будь добр, а. О, спасибо. Ах ты ж, хорошо как. Ой-ой-ой, достал. Слушайте, вы посмотрите, он так дико бычит вокруг себя, что прям... Сдох. Вон она сидит, виверна. А тут есть гости. Можно их расстрелять, интересно, или нет? У нас 99 стрел всего. 99 стрел, больших стрел и... 99 маленьких стрел. Хм. Что-то я плохо выстрелил только что. Интересно, фаербол может нам отсюда прилететь? Может? Отсюда? Отсюда? И отсюда может? Сквозь стенки, что ли? Ну вы что, издеваетесь? Вообще не круто. А вот... Ну знаете, конечно, это так себе вообще-то реальность. А здесь? Здесь-то хоть не может? Здесь не может, спасибо и на том. Только я не попадаю. Попал. 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 Чем дальше эта штука отваливает от меня, тем слабее я ей попадаю. Может быть, не стоило бы тратить стрелы, если я собираюсь... Да, блин, она очень далеко отвалила. 2 хп? Да ладно вам, что не подойдешь, что ли? Ну ладно. Давайте спускаться. Так. О! Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, по-моему, этот бандура ко мне идет. Некрасивая, которая
Да, мне не кажется, она действительно ко мне... А, нет, застряла, все, передумала ко мне идти. Все, убил? Убил, ура. Долго. Тут мостик, я думаю, дракон будет дышать, нет, на этом деле? Да, судя по всему, будет. Ох! Какая... Ой! Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе, не ожидал я такой подставы! О! Да ладно! Вау! 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 Буф! Ладушки, побежали сразу туда, наверное, пробегать все, что только можно, наверное, да. Вот я не ожидал такого дела, ну ладно. Так, Виверна, ты сейчас на нас прилетишь сюда обычить, окей. Кстати, друзья, надо, наверное, было бы снять ее прилет, потому что, блин, ты сволочь. Не часто же ведь такой выпадает ваш шанс-то, а? Так, эти нам, ребятки, не нужны. Они нам только мешают. Есть. Пробегаем, пробегаем. Здесь сейчас будет... Можно их вырубить, да? Они кусают, 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 кусают. Отставить. Ну, хватит. Сдохните. Хорошо. Засада. Здесь сейчас... Чтоб тебя. Здесь сейчас засада будет сверху. Раз, два, три. Есть. Все, следующий. Ну ж, я ж блок тебе поставил, какого... так, раз, два, три, есть. Надо подобрать наши души. И, наверное, уголек сожрать, потому что... Да-да-да. Давай. Да просто стукни. Ну, можно и так. Ой, слушайте, интересно. Меня эта штука еще ни разу не кусала, я не знаю, что будет, если она меня грызанет. 80 тысяч душ. Давайте-ка сначала наверх поднимусь. Убью мага. Он здесь стоит же. Второго здоровяка я убивать... Ай! Не хочу. Зачем, собственно? А вот... Эх! Понятно, полыхать огнем. Это они могут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай! Сволочь! Сдох! Замечательно. Как бы теперь добежать до туда и при этом не откинуться? Но надо что-то делать. Главное, чтобы не этот дракон не дыхнул, когда не нужно будет. А вот здесь, наверное, можно спрятаться от него. Странно, я думал, его дракон пытается спалить. Нет? Ну, видимо, нет. Колокол звонит. 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 Хорошо. Хорошо. Прячемся за укрытицем. Ну давай, давай, иди сюда. Я тебя жду. Давай уже. О, господи.
Не хотит. О, пошел. 93 тысячи. Ой-ой-ой, неплохо как. Ай. Нормально. Пробегаем. Ага, туман на выход туда, на самое начало. Ничего себе. Так. О, там вижу, впереди ништячок какой-то лежит. Прыгаем, падаем. И идем подбирать. Ой! Я надеюсь, что эта штука не может взлететь, чтобы нас... нам полыхнуть. Брум-брум-брум-брум. Мерцающий титанит, три штуки целых? Нифига себе. Ой, друзья, здесь страшно как в плане высоты. Так. Ой-ой-ой. Спускаться вниз нужно, что ли? Ну, давайте посмотрим, что там нас ждет. Так. Слабое место голова и... удар в падении. Блин, а вы не шутите? Я что-то разобьюсь к хренам. Какой нафиг удар в падении? Вы что? Блин, ну давайте попробуем скушать уголек. Если что, я надеюсь... блин, надеюсь, это не фейк какой-нибудь. Ого, серьезно? Вау! Офигеть! Вау! Дракона можно заваншотить! Ух ты ж! Просто обалдеть! 80 тысяч душ? Ну, спасибо. Камень драконьей головы. Что у нас там еще камни есть? Так. Топа, где эти штуки, интересно, вообще лежат-то у нас? Они как бы в юзабельных вещах, что ли, получаются? Ага. Так, камень драконьего туловища, головы. Ха, прикольно. Давайте-ка слетаем в храм. А... как насчет... ясно, в ваш мир вторгся темный дух. Ну, ладушки, темный дух, так темный дух, а где он? Блин, звонарь тут стоит, надо бы разобраться с ним. Нормально. А где темный дух? Привет. Ну что, давай бодаться. Ага, ну то есть ты хочешь по-крупному. Ну давай. Так. Кстати, насчет, друзья, фляжечек Эстуса. Там было какой-то шум, крик, когда я PvP сыграл. Вот посмотрите, как многие соблюдают этот... это правило с Эстусом. Вот так вот он от
упивается до упора своим эстусом и как-то вот не парит, честно говоря. Ну офигеть теперь. И что, с двумя борда... Блин. Ребята, ну что вы делаете-то, а? Как-то это нифига не круто. Сдохни, 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 сдохни. Эстусом он будет, блин, отпиваться. Слушайте, вот этот вот чувак меня может забодать. И то поопаснее будет. Надо было бы выпить банку эстуса. Так. Нормально, разобрались. Фух. Меч крови дракона. Давайте посчитаем, что это такое. Кстати, а что у нас за ковенант сейчас стоит? Надо посмотреть. У нас сейчас стоит ковенант синей стражи. Угу, хорошо. И меч крови дракона. Вот он. АДД. Двуручный меч рыцаря из ордена, почитающего драконью кровь. Клинок покрыт гравировкой, символизирующей драконью кровь. Он наносит урон магией и молниями. Батюшки. Выпустите меня к костру-то теперь. О, отлично. Отправиться в храм. Прокачаемся сейчас немножко, друзья, и пойдем дальше смотреть, что у нас там ждет. 40 и стойкость до 35 хочется качнуть. Как-то так. Так. Отправиться в мавзолей чего-то там. Драконьего пика, может быть? Цвайхендер. А, пик древних драконов. Так, ой, черт, опять же этот чувак раскричался здесь. Ой, там еще и... Так, а подождите, а почему... Ай! То есть этого же вроде бы не было. Все, с этим разобрались. А где тот рыцарь, которого он призвал только что? Я вот его видел, он бегал. А вон он, вижу. То есть в прошлый раз он, видимо, тоже его призвал, и он точно так же от меня отстал. Странно, что потом не заявился. Ну что ж, ничего, давайте сейчас с ним опять разбираться, значит. Так, иди сюда. Ай! Ему по бараба... А, у него стойкость дикая, наверное, просто ему... Ну, сволочь мелкая, а. Насчет мелкой я, может, и преувеличил. Так, баночку. Ладно. Нормально. Хорошо. О, хорошо. Опасно. Есть. И 4800 за одного. Да, уж опыта здесь, конечно, дают душевно. Пум-пум. Если соберем все камни дракона, друзья, сможем стать драконом. Полным настоящим, ну как, полным маленьким таким, но драконом. Дышать огнем там и так далее. Ну, в общем, полностью, полный фарш. Куда нас это приведет? Титанитовая чешуя. Это хорошо. О, так учится, что мы здесь... А, так, собственно, мы здесь и были, да. А что это такое? А. Не понимаю немножко. Прикольная тварь. Ой. Нормально. Что-нибудь, ничего, просто каменная ящерица, которая раздражает, да? Хорошо. Осторожно вправо. Серьезно? Блин, ну я понимаю, что красиво, конечно. А в чем прикол? Странно. Окей. Мы здесь внезапно были. Хорошо.
Значит, прошли по кругу. Давайте дальше двигаться. Здесь нет. Закрыта же решетка. Копье драконоборца. Почему мне его выдали прямо через решетку? Ой, сколько вещичек. Копье драконоборца 2020. Не актуально. Пам-парам. Так, сюда опосля сходим. Я там видел в одной из дверок противник. Вот прямо сейчас где-то был кто-то из противников. Хочется сходить и глянуть, кто. Здесь? Нет, здесь мы вышли. А куда это я смотрел тогда? Может, показалось, ладно. А здесь что? Опа. Ой! Твою мать! Ух! Резвые какие, ребятки! Так, осторожно, друг. Так, здесь должно быть предупреждение, кстати. Да, впереди. Впереди ты, гад! Ну, как-то это своеобразная оценка. Давайте, наверное, поставим здесь оценку. Оценку. Этот, надпись. Впереди засада. Впереди слова. Нет, действие, прыжок, атаковать, спин, техники. Чудеса, спасение, значение, прорваться, спрыгнуть, бегство. Нет существа, нет понятия. Шанс, совет, секрет, счастье, засада есть тут? Смирение, месть, усмелость, тьма, свет, жертва, победа, страх, отчаяние, надежда, велом, слезы, печаль, огонь, ядость, смесь, жизнь, счастье, секрет, помню, что-то такое есть. Так, статистики. Нет, отказки, характеристики, ориентация, нет, география, нет, действия, техники, выманивать. О, впереди атаковать из засады. Хорошо. Так, оставили и дальше. Ну то что ж, двигаемся тогда туда, куда вот вниз нас лесенка вела. Смотрим, что там. Ага, ага. Да, конечно. А мог бы, кстати, цапнуть, наверное, неприятно. Надо аккуратненько смотреть на эти. Ага, 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 ага. Черт. Фляжечку придется дунуть. Ну да ладно. Ну давай уже бей. А у нас нету синего эстуса, елки-палки. Оп. Ну, хватит тупить, Сэм. Еще одну банку выжили. На пустом месте, да? Ну ладно. Выжили. Так, давайте обойдем ее. Так вот, отлично. Оп. Дальше. Да, друзья, опыт здесь, конечно, рекой. Надо читать, что здесь написано. Осторожно, влево. Ну, я бы не сказал, что осторожно влево. Вот эти ребятки, они тут так и так палятся, так что. Чего заморачиваться? Ох, ёпта. Вот что будет, если не достанут. Просто больно стукнут. Ах! Повезло это еще. Могло и не повезти-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Вот он меня сподловил. Я жив? Серьезно? Я в шоке. Почему я жив еще? Повезло-то как. Фух, сколько эстуса ушло впустую. Ну ничего не поделать, 7 банок еще осталось. Надо просто аккуратнее себя вести. Окей, иди влево. Ну ладно, влево так влево. Оп, ой, понятно. Угу. Мне кажется, или там еще какой-то мелочь. Ну конечно же, какая-то мелочь, только этого нам не хватало, друзья. Давайте бежать отсюда. Бежать. Сейчас зайдем куда-нибудь вот вверх, и там разберемся с мелочью.
Ай, ёп! Прилетел топорило, блин. Психованный. Все, 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 разобрались. И осталось теперь только убить мудака с топором. Здесь его сейчас и разберем как-нибудь. Но. Отлично. Блин. Повезло, мог бы еще сдвинуть. 5 ядерчик с эстусом осталось. Ой-ой-ой, тут как бы недалеко костер совсем. Я как бы теперь буду знать, откуда противники. Что-то мне не хочется заново их выпиливать. Совершенно. Так. Здесь есть спуск куда-то вниз. Не понимать... О, вон там мы были, друзья. О, вон там мы были. Так, непонятно, зачем нам это надо все, но окей. О, наверх можно залезть. А. Дальше сходим, ну потом, если тут ничего здесь не найдем. Но я думаю, что нам так или иначе все равно наверх нужно. О. Кольцо с громовым камнем. Ну, у нас уже есть тоже полный пак таких колец. Вот они все. Урон от магии, урон от огня, от молнии, от тьмы. Ну, то есть... Вряд ли это еще все, скорее всего, есть еще наборчик, но... А, ну то есть просто... А, хорошо. А здесь есть спуск. Замечательно, я уже думал, нужно прыгать куда-то. Блин, там еще что-то крутое. Еще один, еще одна виверна сидит, друзья. А, вон шевелится, да. А, ну то есть сюда так или иначе нужно спуститься... Так. Не обращайте внимания на пик-пик. Это я, видимо, подзабыл. Скайп рубануть. Надеюсь, что больше их не будет. Ох! Ящерка, ящерка, ящерка! Куда? Что? А... Спасибо, ящерка. Так, интересно. Мимикрия же, нет? Нет! Господи, в коем-то веке сундук без мимикрии. Еще 3 титанитовые чешуи. Замечательно. Слушайте, я уже и отвык от того, что такие бывают. Но здесь явно будет сверху спуск где-нибудь. Нет. Слышу, что кто-то хрипит. А, я ищу этот... Ой. О, они и так умеют на самом деле. Прикольно. Ух ты. Ай, ну, слабенько так, бестолково, но долго их убивать приходится, поэтому... Зато из них падает титанитовая чешуя, друзья, офигеть же! На прокачку лука будет в самый раз. Такие милахи. Дома такого завести было бы прикольно. Так, ну понятно, здесь спуск, а там квивер... Ай, квивер, не подъем! Господи, виверна, что с тобой делать? Надо пробежать нужно. Опять. Насколько я понимаю, пусти меня. Отлично. Так, сейчас хвостом же может двинуть, еще нет? Все, нет, нормально. Хорошо, побежали. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, много ящерок, мы их не убьем ни за что, ни за какие... А, их дракон спалит, к чертям. Хорошо. Угу. Звона еще один. Как его надо быстренько выбить? Выбить, 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 выбить. Спамнит себе хелпера. Ай, осторожно. Твою налево. Ай, что это такое? Что это такое? Да вы сдурели! Хило мне, пожалуйста. Психочел.
Нет, 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 сейчас он меня может убить. А! Так, там есть быстрый, кажется, ну, то есть можно пробежать просто. Побежали. А, вот куда я видел проход к... Все понятно. Побежали, 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 ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы вас не знаем, идите нафиг. До свидания. Много их там. Сюда, и мы сразу выбегаем, куда нам надо. Я тут по звукам слышу, что кто-то прям за мной топает. Вот. Нет? Да, да, топал. Никаких, собственно. Так, значит, здесь мы... Ага, здесь куча ящерок. Их не трогать не будем, сейчас долго будет. А-а-а! Серьезно? Так, дракон, хорошо. Да-да-да-да-да. Черт, это мне еще повезло, скажем так. Сейчас меня могут растоптать здесь огнем. Давай, 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 давай. Фух. Ёжики. Так, нужно выпить, скушать один кусочек уголька, чтобы сейчас проще выживать было. И как-то забежать к этому звонарю. Вот, быстрее, 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 быстрее. Понятно, что он призовется, но я, может, успею его вырубить. Успел. Так, хорошо. Теперь я знаю, что этот чувак умеет, и я постараюсь с ним так не вести себя. Окей, не сработало. Ай, опять, опять. Вот, слышь, посмотрите на него, а? Крысакан такой. Господи, задолбает. Да что ж такое? Не могу катаной его рубануть просто сдалека, понимаете, друзья? Вот ставлю уже на атаку катаной и фига. Сдохни, сволочь! Да черт подери, а? Один удар остался. Один удар гребаный. Мразота. Зато идем рапирка, надеюсь, выйдет какая-нибудь. Да, рапира выпала. Вот рапиру я люблю. Давайте посмотрим, что за она. На ДН, ДЦ, блин. А, Рикардова рапира. А, богато украшенная рапира принца нежити из древних легенд. Угу. Многие байки о принце звучат неправдоподобно, но судя по этой рапире, в историях о его выдающемся мастерстве есть доля истины. Навык Рикардовы выпады и напор. Быстро примите стойку, сделайте выпад и выполните ошеломляющую комбинацию ударов. Продолжите нападение сильной атакой. Ха. Сколько я могу? Раз, два, три. Ну, в принципе, я могу неплохо так накатывать. Ее нужно попробовать прокачать. Что там нужно ее? Раз, два, три, четыре, пять, шесть ударов. Шесть ударов. А, сильный удар? А, понятно. Ага, то есть я могу как бы продолжать дальше сильной атакой. Ну, понятно. Круто. Только пока она как бы по сравнению с моей катаной слабая, да не могу. А так прикольно. Так, где моя катана? То есть потерять можно, вот она. Это у Тигатана, это моя, мой клинок. 203 плюс 150. Рапирки до этого еще немножечко далеко-далеко. Но если прикачать ее на ловку, опять-таки, шарпленным камнем, плюс вкачать ее на плюс 8, кто знает, друзья. Who knows? Так. Ганнендорф. Ганнендорф. Ну давай, Ганнендорф. О, колокол сейчас. Что с колоколом? Кому-то если я нажму?
Я... Сейчас Северна должна прилететь, наверное. Джойстик, друзья, дрожит просто истерично. Я понятия не имею, что происходит, но, наверное, что-то очень-очень-очень эпичное. И... ясно. Так, Бостон, сколько я понимаю, да? Шикарный босс на драконе, мы его видели в роликах. Почему коснуться Зака призыва нельзя? То есть после того, как я позвоню в колокол, нельзя призвать, что ли, никого? Фух. И костра нету никакого здесь, что ли? Серьезно, каждый раз придется бежать. Да нет, я, наверное, давайте-ка сначала схожу. Да. А, вот и костер. Фух, фух, друзья, я реально напрягся по поводу того, что костра нет. Ну, представьте себе, идти к боссу. А, фляжечек мало, а почему нельзя сесть, покурить? Бамбук. Что себе косточку возвращения скушаю? Просто интересно. Последний раз, где я отдыхал. Отдыхал я не здесь, отдыхал я там. Ну, сейчас здесь типа тильство, я смогу хотя бы. А, нет, все нормально, все, кажется, здесь. Хорошо. Все нормально, все в порядке. Вроде бы для нас все в порядке. Так, ну что, ищем себе помощников, наверное. Посмотрим, как оно пойдет. А будут или не будут, интересно. О, знаки появляются потихонечку. Сакирахата. Сакихата просто. Призвать фантома нельзя. С LTP. Призвать фантома нельзя. Бларгх. Еще нельзя. Почему нельзя? А что там у костра, кстати, с фантомами? Есть желающие или нет? Ну, если никого не найдем, друзья, конечно же, пойдем пинать его в одиночку, но что-то мне подсказывает, что в одиночку мы там достаточно оперативно откинемся. Да. О! Да-та-та, Анко. А призвать фантома нельзя. Что ж такое? То ли все устарелые, то ли просто что-то не так идет с коннектом. Помогите. О, призыв фантома. Пошло, все, пошло, поехало. И призыв фантома нельзя. Нефилим. Ну, какой-то призыв пошел. О. Я приветствую тебя. О, и второй. И тебя я приветствую. Отлично. Пошли смотреть на очень крутого босса. Мы как бы по туману сейчас прям бегаем. Ё-моё. Пройти через туман. О. Ох, красота. Лепота. Победите шторма. Господи, какой здоровенный-то, а. Дайте по голове ему стукну хотя бы разок. Можно? Так. Ого, чуть-чуть он там разнес его к чертям. Иди сюда. Хватит, блин, юлить. Понятно. Я позвал на свою голову. А, почти ж достал. Явно ничего ему сейчас хорошего не... О, что-то прилетело. Давай, пока он... Ух, хорошо как прилетело, слушайте. Оторвали...
птичке лапу. Все равно ее не брошу, потому что она страшная. Так, что теперь? Это была первая фаза, насколько я понимаю, да? Или все? Умер? А, нет, 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 сейчас он слез с птички. Ему, наверное, птичку жалко. Эпик зашкаливает, друзья, просто зашкаливает, ну. О, меня этим копьем убивали, вот откуда оно берется. Оно с неба молниями сцыплет. Дикое копье, слушайте, какой красивый чувак. Ах! Твою медь! Серьезно? Опасно! Серьезно? Вот прямо так? Ну, тут нужно просто получается... А что случилось? Почему он так, блин, канулся истерично? Да ё-моё, слушайте. Ух ты, как классно все рушится. Безымянный король, мать его. Та-та-та-та, опасно. Даже не знаю, думать, наверное, фляжечку нужно. Так, потихоньку сносим, но совсем потихоньку. Да, первая фаза была попроще. В плане... Ай! Ты твою медь. Надо выпить, 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 выпить. Что теперь? Что теперь? Что теперь? А, все понятно. Ух! Какой жесткий парень. О! А... Это... Он жив вообще остался? Он жив остался. Еле-еле. Ой! Интересно, это сейчас что-то будет или нет? Как? Нужно... Ясно, что будет сейчас. Фу. Как хорошо, как увернулся. О! А, черт, он его сам... Он его сам стабнул. Это не я. Повезло. Щит спасает. Фу, вот это напряженная месилова. Но в одно лицо это, конечно, делать было бы, друзья, в гораздо. Просто вот не просто в 3 раза, а в 10 раз тяжелее. Потому что все это вылетало в одно лицо, и приходилось бы крутиться вокруг него 10 минут. Но я не люблю... Понятно, что... Ай, Dark Souls штука для хардкора, но мы и так его получаем в достаточной степени. Нам интересно... Мне лично интереснее, по крайней мере, надеюсь, вам тоже. Посмотрите на эпик и так далее. Есть. Есть, 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 есть. Спасибо вам, парни. Здорово помогли. Фух. И что теперь? И я оказываюсь, где я оказываюсь, интересно. А, прям бонфайра. Хорошо. Так. Ну, я не знаю, надеюсь, этот, как бы, с этой локацией мы закончили сейчас. Да? Так, душа безымянного короля. А почему-то, видимо, нет, раз парни еще со мной. Я... А, нет, парни исчезают, все. Так, ну... Хорошо, парни исчезли.
Айда вперед. Здесь такое чувство, что должен дракон приземлиться прям по-любому. Кусок титанита. Опа! Кусок титанита, это на плюс 10. Прокачать нужно, можно точнее. Правильно я понимаю? Оружие до максимального уровня. Брусок титанита для укрепления оружия. Вот, отлично. Сколько у нас есть осколков? 6. Это, кажется, мне достаточно, чтобы прокачать мою штуку на плюс 9. И 10-м докачаем ее до катану. Ура, ура. Вот бы она стала А от ловкости. Это было бы просто сказка. Да уж. Ну, я так понимаю, здесь они не стали особенно мудрить, и ничего нигде нету. Ну, то есть, супер каких-нибудь хитрых хитростей. Поэтому... Ты этого не заслуживаешь? Шлем для драконоборца! Ого! Какая... Давайте, друзья, оденем, посмотрим... Как эта штука выглядит вообще полностью. Хо-хо-хо! Слушайте, здоровский, да, конечно, доспех. Но я в нем как черепаха кувыркаюсь. Так, 59. Мне нужно вкачивать вес, чтобы можно было таскать. И тогда я смогу водить. Так, а если я сниму, например, перчаточки на... Перчатки падшего рыцаря или что-нибудь еще полегче даже. Вот, например, перчатки из Дорана, например. Сильно будет меняться внешний вид? Ну, сносно. По ноже. Так, а если шлем поменять? Он тоже, наверное, тяжелый. Так, шлем на мой любимый, маску вора. Блин, глупо выглядит на самом деле. Да, глупо. Надо одевать либо полный сет, либо никакой сет. И здесь тоже одеваем доспехи. Па-па-па-па-па. Шива рыцарем. Хорошо. А! Фу. Вот про что. О чем речь шла. Ну, все понятно. То есть мы, по сути, пришли на самое начало, где ворота были закрыты. Ну, хорошо. Тогда нам обратную сторону, там еще просто был проход куда-то. То есть вот мы за костром могли пойти направо. Я туда не ходил, нужно сходить, глянуть, и на этом можно заканчивать серию. Мы знатно побегали, очень красиво вынесли одного дракона. С помощью парней выбили безымянного короля. Блин, это была очень насыщенная серия. Так. А вот сюда, вот сюда. Да-да-да. Так, оп. Фаерболит потихонечку. Отлично. Я не уверен, что здесь что-то полезное для нас будет, но... О, немножечко душ там, все дела. Так, оттуда туда костер, значит нам наверх, вот сюда. Такой просто уединенный островок, как будто на что-то намекает. Может здесь что-то действительно может быть? Ну, понятно. Прямо столько вас. А вот это вообще не круто. То есть вы не утихомеете, да, и будете за мной гнаться, пока я вас как-то не вынесу. Я не хочу одновременно с тремя, друзья, биться. Это, по-моему, очень неудобно, неправильно и ну нафиг. Ой, ай, ай, а куда я упал? А, я упал сверху, господи. Они за мной так не пойдут. Уголь. Хорошо. Так, сейчас они куда пойдут? На базу, что ли? Если они пойдут к себе домой, туда, откуда я их вытащил, то... А это что такое? Тебя здесь ни вроде не было. По звукам сейчас сзади может что-то прилететь, нет? Нет, нет, все в порядке. Вон они шарятся где-то здесь. Хе-хе. О, смотрите, как мы их растащили. Здоровяк там и залип, кстати, по-моему. Что для меня очень хорошо. Остался один здоровяк, только если не ошибаюсь, да? Да фиг там! Да как тут можно справиться с таким количеством одновременно? Вы что?
еще разношерстных таких. Да идите вы в пень, я пробегу вас просто. Нет, героизм героизмом, конечно, но... Ой, а что здесь нужно сделать? До свидания, тупое создание. Обалдеть. Так, а что здесь нужно сделать? Словно во сне. Кстати, видение дракон. Мерцающий камень драконьего туловища, друзья. Вот прям... Как очевидно, да, смотрите, все драконы молятся, есть постамент, где нужно посидеть, ну, то есть никаких... Итак, у нас есть... А что у нас есть-то вообще? Драконьи головы, драконьего... Да в чем прикол? Камень, пропитанный силой присносущих драконов, который был поднесен гигантскому дракону, источает слабый свет, позволяет... Получить тело дракона и драконий рык, приняв обличие архидракона. Это изменение необратимо не, до самой смерти. Для полной имитации, однако, необходима также голова дракона. А. Ну, ради интереса, давайте-ка все это снимем, попробуем одеться. Ой, какой я страшный, друзья. Смотрите, у меня сердца нету. Ну, там, оттуда ростки идут. Так, ох ты, твою мать! Смотрите, каким крутым я стал. А что я могу делать, интересно? Ой, нет-нет-нет. А я могу снять свое оружие и бычить огнем. Например. Ха. Так, ладно. П-п-пом. Ну, в форме дракона я, разумеется, первый раз. Так что все в новинку. А-ха-ха, я думал, что нужно будет что-то типа... Так, не сюда. А как бы мне использовать способности дракона? Вы не знаете, нельзя сменить снижение. Я понял. Так, ладно. А, секундочку. Может быть, нужно поставить на быстрый слот просто что-то типа того. О! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Это здорово! А если поставить на быстрый слот еще и тело? Камешки потом. Так, где там оно? А, блин. Опять пролистал. О, как. Ну давай, идите кто-нибудь к нам. Я не знаю, как я сейчас буду бодаться, но выглядит это забавно, скорее, нежели. Так, где-то здесь должен быть здоровяк. Или ты тоже упал, здоровяк, вот ты где. Так я пока не понял прикола, но ладно. Так, бодать огнем пока мне, честно, не впечатлило, просто потому что странно. А, ясно! 29 я начал в секунду, наверное, магом нужно быть для этого. Ну, хорошо, 100 тысяч душ тоже тратить не хочется, надо, наверное, сейчас как-то прибежать сюда, забрать все это дело и свалить. Все, с драконом побаловались, друзья, ну,
здорово, что мы нашли, сделали, то есть саму эту фишечку с драконом разобрались без подсказок. Ну, но, по-моему, это просто фан, толку от него, разумеется, я не вижу. Так, уголек, у нас 4 уголька, нужно с подобной души сбегать на базу. В храм огня, и там... Зато посмотрите, что можно сделать из души этого товарища. Да-да-да. Раз, два, три. И заодно прокачать нашу... 4? А почему 4? Я, наверное, не ту катану одел. У Тигатана, да. А нужно черная. Вот вам разница, видите, одеваю старую катану. Всего 3. 4 удара нужно, здесь 3. Это здорово, конечно. Так, тут гость, товарищ гость. Так, ну давай уже сдохни. Да ладно тебе. Ой. Ой! Ух! Отхил! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, все, убиваем его сейчас, наверное, друзья. Может, тебе хватит уже, а? Крутиться? Ну, конечно, ну, как обычно. Достал собака. Можешь, зверюга. Начинай. Фух, хорошо, разобрались. Что вы пол-то хоть? Давай кусок нам какой-нибудь большой, большой осколок. Ну да ладно, еще рапирку хочется прокачать. Сейчас будет чем давайте заняться. Нужно поднять свои 100 тысяч душ. А... Вы, ребятки, откуда? Ха. Черт, согрелись все, что ли? Нет, 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 все в порядке. Блин, ну ладно. Давай разбираться уже. Готов. Я с этим побыстрее все получилось. Еще что там? Еще осколок большой. Господи, этих разбитых осколков, наверное, уже там вагон и маленькая тележка. Так, они ушли к себе. Нужно их повыманивать оттуда, кстати. Так, ой. Бывает. А один ушел только или как? Или как? Один ушел, хорошо. Раз, два, три. Так. Интересно, если я аккуратненько зайду, то... Можно забрать все это дело и свалить? Или спалят? Спалят! Валим тогда 120 тысяч. Угу. Валим, валим, ля-ля-ля. Оп, есть. До свидания. Все, в храм огня. Храм огня нас ждет, друзья. Сначала идем ковать. Сначала идем смотреть, что он нам даст, чувак, за душу. Это интереснее всего. Вряд ли я уже до конца игры найду себе какое-то другое оружие, но посмотреть почему бы и нет. Да, если стремнуть души, что ты можешь для нас сделать? Изогнутый клинок бури. С на лавку.
И еще меч копье драконоборца. ДД 18 на магию. Окей. Изогнутый меч, наполненный силой штурмового дракона. Безымянный король, союзник древних драконов, прошел сквозь бессильные битвы бок о бок со штурмовым драконом. Когда гигантское чудовище пало, король забрал его душу, как того требовал обычай эпохи богов. Навык торнадо. Размашистое движение, наполнен клинок яростью, буря. Сильная атака обрушит эту ярость на врагов. Блин, ну конечно же это, другого и ничего и нету на самом деле. То есть просто интересно, как эта штука будет себя показывать. Давайте сравним ее с нашей кат... Ну пока показатели отстойные, тут ничего не скажешь, но... Ну, так. Ого, какой красивый клинок. Весьма размашисто, кстати. Неплохо. Так, смотрим. Двумя руками нужно брать. А, понятно. Это... Ну, как бы, пойдем посмотрим кузнецу, что он может нам прокачать. Клинок глянем, как качается и так далее. Выглядит, конечно, это дело очень-очень эпично. Но он будет слабее, наверное, нашей катаны даже при прокачке. Просто потому, что не на ловку и так далее. Черт, я почему-то... Блин, вот я... Ну, ладно, в записи посмотрю, что там было за диалог. Я привык, что у него одни и те же диалоги. И немножечко не понял, почему он дал мне сейчас вещь. Меч, траву, хорку да какую-то. Смотрим, что это такое. У меня были вот эти вот кинжальчики. Меч, трава, волчьей крови. А того, что он мне сейчас дал, вроде бы не было. Дал ли мне это? Это вообще вещь, ключ, что это? Это ключ. Меч трава Хоквуда. Послание от Хоквуда, которое хранил кузнец. Окровавленный лист меч травы принадлежит Хоквуду. Дезертилу А. Да, из легиона нежити. Потаиться легион нежити посылает самые веские послания с листом меч травы. Приходи в мавзолей фараона, только одному суждено ступить на тропу древних драконов. О, надо потом разобраться с этим, друзья, будет. Хоквуда мы встретили. Если помните, мы с ним пытались пробить это NPC, который... Вот предыдущего босса, когда мы убивали, вот он там был. Так, ну что ж, кузнец. Укрепить оружие. Сначала смотрим, что нужно для укрепления этого дела. Титанитовая чешуя, у нас ее 8 штук. Давайте, наверное, качать, да? Блин, а титанитовая чешуя нам же нужна еще и на арбалет. На лук, ну там этот лук нам и не нужен особенно. Наверное, стоит качнуть. Сначала опирку. Плюс 9 и... Блин, все равно Б. Ну что ж такое. 225 плюс 170. Я надеялся на А, честно говоря. Ну да ладно. Все. Максимальное укрепление оружия. Открытое достижение. Титанитовая чешуя. Кстати, показатели у него, ой-ой-ой, какие неплохие у этого меча. Если еще качнуть на ловку, надо это сделать, как это будет. Было бы очень, наверное, неплохо. Надо проверить, как это все будет. Но я не уверен, что до конца игры мы с этим успеем разобраться, потому что... Посмотрим. Не будем загадывать. Плюс 10 катана. Это здорово. Качаем пару уровней на... Сейчас посмотрим на что. Давайте возьмем еще на стойкость 2, чтобы было 30. И потом еще до 30 докачаем физическую мощь. Чтобы можно было что-то носить. Все, друзья. Что ж, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была очень насыщенная, достаточно длинная. Если это так, обязательно ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал. И пишите в комментариях свое мнение о том, что вы думаете по поводу этого эпичного секретного места. А я с вами прощаюсь, еще услышимся. Всем пока.